Здравствуйте, дорогие зрители канала Процветок. Меня зовут Маслак Диана Викторовна. Сегодня мне хотелось бы с вами поговорить на следующую тему. Когда мы говорим о безопасности применения препаратов на основе сенной палочки, часто упоминается, что эти бактерии безопасны для человека, животных, пчел, птиц. В каком-то из своих рассказов предыдущих я рассказывала, что на основании, на основе бактерий сенной палочки даже создаются пробиотические препараты для человека и препараты для, для животных, которые используются в ветеринарии. И, соответственно, возник вопрос, не могла бы ли я подробнее рассказать о том, как именно бактерии Bacillus subtilis используются в качестве пробиотиков. Но действительно, Bacillus subtilis, поскольку она содержится и в воде, и в воздухе, и на поверхности растений, и внутри поверхности растений, так или иначе заселяют организм человека. По современным исследованиям, одни ученые считают, что бактерии Bacillus subtilis по количеству сравнимы, например, с бактериями Lactobacillus, естественными обитателями желудочно-кишечного тракта человека. Другие исследователи считают, что Bacillus subtilis вообще является преобладающим видом среди микрофлоры человека. В связи с этим бактерии Bacillus subtilis, они и выполняют довольно много важных функций в организме человека. Ну, во-первых, они конку просто конкурируют за место с патогенными микроорганизмами. Кроме того, они подавляют эти патогенные микроорганизмы за счет синтеза всевозможных антимикробных веществ. Благодаря синтезу полисахаридов бактерии Bacillus subtilis способны стимулировать клетки иммунной системы человека. Есть информация о том, что Благодаря своей развитой ферментативной системе бацилли субтили способны разрушать аллергены, которые попадают через кишеч... желудочно-кишечный тракт в организм человека. И в связи с этим снижают, снижают как бы развитие аллергических реакций у человека. Если по какой-то причине происходит снижение численности нормальной микрофлоры кишечника, ну, явление дисбактериоза, оно сейчас всем известно, то освободившуюся экологическую нишу могут занять фитопатогенные микроорганизмы. Соответственно, в этих случаях применяются пробиотики. Самые первые пробиотики, их разрабатывали на основе лактобациллюса и бифидобактерий, использование бактерий Bacillus subtilis является более новым направлением в создании и пробиотических препаратов. Штаммы сенной палочки, которые отбираются для создания пробиотических препаратов, они обычно способны подавлять штаммы сальмонеллы, шигелы, протеус, кандида, псевдомонад всевозможных. Кроме того, эти штаммы обладают иммуномодулирующими свойствами, то есть активизируют иммунную иммунные клетки человека. Уничтожая вредные микроорганизмы, бациллы как бы освобождают место для заселения лакты Кроме того, как мы уже говорили, они синтезируют вещества, которые стимулируют размножение лакто есть и другие функции, которые делают использование бацилии-субтили с довольно перспективным направлением в создании пробиотиков. Например, в какой-то работе украинских авторов при создании по созданию пробиотиков для телята активно подчеркивалось, что ферментативная, мощная ферментативная система Bacillus subtilis будет участвовать в расщеплении комбикормов, которыми кормят телят, тем самым улучшая как бы, доступ питательных веществ, поступление питательных веществ или усвоение питательных веществ телятами. Какие же, собственно говоря, можно перечислить препараты, которые созданы на основе бацилли субтилис? Ну, интернет выдает, собственно говоря, российские разработки. Споробактерин, бактиспорин, биоспорин, украинский препарат трилумин. Кроме того, разработано давно, довольно много БАДов на основе Bacillus субтилис у которых заявлены иммуномодулирующие свойства, например, бактистатин или немецкий киндергель. Из ветеринарных препаратов можно назвать это субтилис СЖ, это сухая и жидкая форма. И еще препараты для птицы, например, ветом 3 витацил нитрине. То есть действительно препараты на основе бациллюс subtilis используются и в ветеринарии, и в медицине. Если вопрос связан с тем, можно ли использовать эти препараты для того, чтобы развести и вместо препарата для защиты растений облить свое растение для как бы, заселение, например, корневой зоны бактериями Bacillus subtilis, я бы не стала это делать. Потому что... Как я уже сказала, штаммы, которые отбираются для создания пробиотиков для человека, они активны именно против проблем, против патогенов человека, человека и животных, если это ветеринарный препарат. Штаммы, которые отбираются для создания биологических препаратов для защиты растений, они в первую очередь активны именно для от возбудителей заболеваний растений. И пытаться поменять местами эти препараты, мне кажется, бессмысленно. Еще одна как бы, интересная тема – это можно ли создать пробиотические препараты дома. На самом деле сейчас большинство, по-моему, кисломолочных продуктов, их изначально обогащают и бифидобактериями, и лактобактериями. Существует множество заквасок для приготовления молочных продуктов, содержащих эти культуры в домашних условиях. В принципе, я видела, видела в интернете рекомендации о том, что можно взять капсулы пробиотика и использовать как закваску при производстве домашних кисломолочных продуктов. Единственное, что я точно не советую использовать для этой цели именно пробиотические препараты на основе бацилиусубтилис, потому что размножаться в молочных продуктах бацилиусубтилис возможно и будет, но полученный продукт абсолютно не будет съедобен. С другой стороны, для того, чтобы бороться с дисбактериозом, существует очень много естественных домашних продуктов. Например, любые кисломолочные продукты, там, национальные продукты, там, кумы, стана, иран, квашеная капуста, квашеные огурцы, моченые яблоки. И использовать как бы... Бацилиосоптилис, чтобы дома получить пробиотический препарат, это точно бессмысленно. Спасибо большое за внимание. До свидания.